Привлекать инвестиции, максимально использовать возможности государственных программ. Такие задачи поставил аким области Архимед Мухамбетов в рамках совещания, на котором подвели итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев. В целом, все показатели остаются стабильными, но при этом есть над чем поработать. Подводя итоги социально-экономического развития области, за 9 месяцев говорят о стабильности. Все показатели остаются на уровне. По-прежнему растет доля обрабатывающей промышленности. Всего с начала года предприятиями области было произведено продукции на 1,7 триллиона тенге. Рост обеспечен благодаря успешной работе местных предприятий. КАОС, ГПО, Варваринская, Кустанайские минералы, КБРУ, Евроскаспиансталь, Агромаш Холдинг, Сархавтопром, ДЭП и другие. Увеличены добычи руды золотосодержащей на 11,4%, производство окатышей на 37%, медного концентратора на 24,3%, боксита на 13%, асбеста на 11,7%, золота на 24%, легковых автомобилей более чем 56%, тракторов на 75%, комбайнов на 11%, а также сливочное масло на 58% и производство мяса на 23%. Значительный рост производства обеспечен в следующих регионах. Это Саркольский почти 46% рост, Бимбета-Марина район 42%, Наурзумский район 37%. А также в Карабайском районе на 21%. В сельском хозяйстве наблюдается рост численности поголовья всех видов скота и птицы. Оттого объемы производства яиц и молока растут. Производство мяса увеличилось на 4,6% и молока на 2,2%. В экономику области за отчетный период привлечено более 272 миллиардов тенге инвестиций. Что касается сельского хозяйства, здесь объем валового состава составил 493 миллиарда тенге. Рост составил 3,1%. Здесь увеличено производство мяса на 4,6%, а также производство молока на 2,2%. Рост валового объема продукции сложился за счет результатов отрасли растениеводства в следующих регионах. Это Узункольский на почти на 40%, Карабайский на 23,9%, Федоровский район на 11,8%, а также Саркольский район более 10%. В Кустанайской области увеличился рост объема инвестиций. В лидерах оказались Аулекольский и Миндокоринский район, город Аркалык. Что касается малого и среднего бизнеса, то, несмотря на пандемию, отмечается рост количества действующих субъектов. Выпуск продукции увеличен более чем на 20%. 7 акимам районов городов, начальник областных управлений, заместителям держать все показатели на особом контроле. В целом, все показатели показывают нам хорошую динамику развития. По вводу жилья мы все уже расписали. До конца года у нас план четкий есть. Аким области не раз отметит, показатели по итогам квартала стабильные. Главное не только удерживать, но и улучшать. Впереди еще почти 3 месяца плодотворной работы. А ее ждут не только от каждого руководителя, но и от простого специалиста. Айнура Муканова, Манарбек Усколов, телеканал «Кустанай».